лежать ни болезни, ни боли. Наша плоть — это прах, это тлен, и душа в ней томится в неволе. Но когда-нибудь свет озарит в небо птицы взлетевшую душу, все исчезнет, пройдет, отболит, и покоя ничто не нарушит. Там в небесах слышно ангелов пение, там в небесах, где душа в восхищении, там в небесах, где что век, что мгновение, там в небесах, там в небесах мы увидим сияние, там в небесах станут явью мечтания, там в небесах, где царит ликование, там в небесах. Мы не можем, пока мы живем, избежать ни утрат, ни страданий, провожая друзей, сознаем, каждый здесь на земле только странник. Но когда-нибудь встретим всех, кого здесь со слезами теряли, и услышим счастливый их смех, и уйдут навсегда все печали. Там в небесах слышно ангелов пение, там в небесах, где душа в восхищении, там в небесах, где что век, что мгновение, там в небесах, там в небесах мы увидим сияние, там в небесах станут явью мечтания, там в небесах, где царит ликование, там в небесах. Стремимся к нему, и мы встретимся за облаками. Мы увидим того, кто нас спас, кто любовь подарил и прощение, кто поддерживал нас и не раз посылал нам свое утешение. Там в небесах слышно ангелов пение, там в небесах, где душа в восхищении, там в небесах, где что век, что мгновение, там в небесах, там в небесах мы увидим сияние, там в небесах станут явью мечтания, там в небесах, где царит ликование,